Всем привет! С вами Анастасия Кравченко. В эфире ваше шоу новости шоу-бизнеса на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Сегодня в программе самые интересные музыкальные события шоу-бизнеса, музыкальные новинки Беларуси, альбомы, синглы, EP, результаты чартов Billboard, Spotify и Яндекс.Музыка Беларусь. Google рассказал о самых популярных видеоклипах в белорусском сегменте YouTube за 2020 год. Третий год подряд лидерами рейтинга у белорусов стали российские исполнители. Первое и второе места в этом году у панк-рейв-группы Little Big. Третье и четвертое у видеоблогера и певицы Клавы Коки. На первой строчке Little Big Uno, на второй Little Big Hypnodancer, на третьей позиции Клава Кока и Нилетто Crush, на четвертой Клава Кока покинула чат, на пятой позиции Мия Бойко и Егор Шип Пикачу, на шестой Добро Юность, седьмая позиция Моргенштерн и Элджей Кадиллак, на восьмой Артик и Асти Девочка Танцуй, на девятый Крем Сода и Хлеб Плачу на Техно и замыкает десятку Супер Жорик Золото. Аудио-стриминговый сервис по подписке Spotify, который присутствует в Беларуси с 15 июля, подвел музыкальные итоги года. По информации шведской компании, самый популярный исполнитель у белорусов – Макс Корж, исполнительница – Билли Айлиш, группа – BTS. Самым популярным треком стал хит Кизару «Дежавю». Spotify говорят, что в этот сложный период для Беларуси многие жители страны искали поддержку в музыке. Чаще всего они включали плейлисты, которые помогали расслабиться и настроиться на позитивный лад. Трендом года стал рэп. Лидерство захватили рэперы Макс Корж, Моргенштерн, Кизару, Скриптонит и ЛСП. Белорусам понравились хиты поп-исполнительницы Зиверт, гитарный поп Доры и инди-рок от Алены Швец, которая покорила поклонников авторскими песнями. Из зарубежных певиц чаще всего слушали триумфатора престижной музыкальной премии Грэмми-2020 Билли Айлиш. Что касается популярных групп, то вкусы у белорусов очень разнообразные. Лидирует в этом рейтинге жанр кей-поп, а самая популярная группа – корейский бой-бэнд BTS. Слушатели также оказались поклонниками музыки в стиле панк, так как в пятерке есть группа «Король и Шут», востребованность которых не зависит от времени и трендов, а еще группа порнофильмы. Смесь жанров заметна и в рейтинге лучших треков. Здесь «Тепло» Макс Корж, «Дежавю» Кизару и «Кадиллак» Моргенштерн и Элджей в исполнении рэперов соседствуют с хитом «Слава Марло», «Снова я напиваюсь» и композиции «Blue Lights» от канадского исполнителя Weeknd. Список претендентов на Грэмми 2021 года в номинации «Песня года» наконец-то опубликован. 8 синглов, в том числе песни Тейлор Свифт и Дуа Липы, соревнуются за один из призов «Большой четверки». У кого больше шансов получить награду? В прошлом месяце комитет Грэмми объявил номинантов 63-й церемонии, а также дату проведения шоу. В 2021 году премии Грэмми будут вручаться 31 января. Давайте посмотрим, кто номинирован. Black Parade – Beyoncé, Cardigan – Taylor Swift, Don't Start Now – Dua Lipa, Everything I Wanted – Billie Eilish, Circles – Post Malone, The Box – Roddy Ricch, If the World Was Ending – Six – Julie Mike. Ранние коэффициенты на Грэмми 2021 года показывают, что у Beyoncé лучшие шансы выиграть песню года. Большинство людей удивлены тем, что в этом году она номинирована 9 раз. Тем не менее, она основной фаворит на получение главной награды. А теперь к новинкам белорусской музыки за неделю. На прошлой неделе новая поп-музыка захватила всю вершину обновляемого белорусского плейлиста. У «Просто Леры» вышел сингл «Холодный дождь». Проект «Немига» записал вместе с Гэри Ясно песню «Шо ты». В репертуаре «Мэвлок», «Потомушки» теперь прибавилась и «Целовашка». Интересными релизами недели также стали. «Федук» выпустил пластинку «Яй». Продюсерами записи выступили музыканты Крем Сода. Майли Сайрус на альбоме Plastic Hearts присоединяется к волне ностальгии по 80-м. Среди гостей Билли Айдол и Джоан Джетт. Свежие синглы выпустили Джонни и Елена Темникова. Ежегодно в конце года проходят отчетные концерты различных творческих студий. Мы постоянно посещаем такого рода мероприятия, и сегодня мы в гостях у Studio Play, где очень много талантливых воспитанников. Ребята принимают участие в различных конкурсах, концертах, фестивалях, а также отборах на детское Евровидение. Какое самое значимое событие в рамках Studio Play уходящего года? Ну, это то, что у нас очень много новых появилось детей, и мы с ним очень сдружились. И это мероприятие
У нас каждый год проходит, и уже студии 5 лет. Наверное, самое первое – это «Голос дети 7», потому что я прошла и попала в команду Полины Гагариной и дошла до троек. Конечно, бы я хотела пройти еще дальше, но я думаю, у меня еще все впереди. Второе событие – это отборочный тур на детское Евровидение. Я готовилась очень долго, все лето я волновалась, держала кулачки, чтобы я прошла, но я не прошла, но я не расстраиваюсь. Я знаю, что это все равно у меня еще все получится, и я все смогу сделать. Что вам больше всего запомнилось? Может, какой-то концерт, конкурс, самый такой яркий? Наверное, сейчас это событие, которое очень важно для студио Play, это интересно. Я тут новичок, так что я еще не выступал. И сейчас первый раз будешь выступать, да? Да. Удачи тебе, давай 5. Давайте. Ну, мне кажется, самое яркое, это когда мы вместе собираемся где-то и празднуем Новый год. Или там что-то, свой отчет. Например, сегодня, да? Да. Рядом со мной Ангелина Василевская, теперь преподаватель Studio Play. Ангелина, расскажи, что произошло за этот год. Да, всем привет. На самом деле этот год был достаточно сложный, я думаю, что каждый на себе это испытал. Начала работать в Studio Play, в моей любимой Studio Play. Я обучалась там 5 лет, то есть вот, нам сегодня день рождения. И я могу сказать, что да, я как с самого первого года я там училась, всему научилась, что сейчас я умею, это вот все благодаря студии Play. И буквально пару месяцев назад я начала работать, у меня уже есть несколько учениц, маленьких девочек, очень милых пупсиков, и я очень этому рада, потому что такая возможность, ну, достается не всем. Это очень престижно для меня, я очень признательна, что я в команде студии Play уже теперь никак ученица, а как педагог. Это другой уровень, понимаешь? Твои пожелания Studio Play на будущий 2021? Ну, в первую очередь, это, конечно же, музыки, побольше классной, стильной музыки, которой уже у нас предостаточно, но мы же все-таки хотим развиваться, и я верю, что все будет классно. Побольше вдохновения, креатива, стильно, чтобы все было стильно, модно, молодежно, как мы любим. Я сняла очень классный клип. Я к нему очень долго готовилась, нравился процесс, в котором участвовали все педагоги Studio Play. А какая песня? На какую песню клип? Как мама. Сегодня я вам ее исполню. Рядом со мной вокальный продюсер Studio Play Ольга Дроздова. Ольга, здравствуйте. Кто из воспитанников в этом году больше всего выделился? Каждый мой ребенок, каждый мой взрослый. Он индивидуален, он клевый, он замечательный, он золотой. У меня нет лучших. У меня все лучшие. А какое пожелание на 2021 год студии, родителям, ученикам, всем-всем? В
быть здоровыми, берегите себя. Я хочу пожелать вам творчества, я хочу пожелать вам музыки, настоящей музыки. Я хочу пожелать настоящих людей рядом. Это очень важно. Не злых, не неискренних, настоящих людей, настоящих эмоций, настоящих событий, побед и здоровья. Где-то там листья сорваны и летят во все стороны на осколках солнца. Тишина застыла голосами, сны опознаны, говорим слишком поздно, мы все не те слова, совсем не те. Сделай тише, чтобы было лучше слышно. Крики сердец, молча терявших друг друга, однажды слышит твой голос. Все половины зачем-то смешавших. Крики сердец, чтобы за шагом шаг отыскать любовь. Поздравляю студию Play в первую очередь. Но как я сюда ехал, я честно не представлял, понимал, но не представлял, насколько уровень вообще ребят на высокий. И такой думаю, ну попросят спеть, спою. Слушаю песни, понимаете, да? И понимаю, только бы не попросили спеть, потому что на фоне вот этого всего талантливого молодежного поколения я просто затеряюсь. Я спою песню, она для меня много значит, она называется «Магистраль». И каждому из присутствующих здесь, как и молодому артисту, так и родителям, пожелать того, чтобы вы четко шли к своей цели и были настоящими. Давай громче, ребята! Стали своей с конкретными целями, верой, правдой, честь на пределе. Но помни о тех, кто спасательный круг тебе бросил однажды. Когда ты падал, вставал, и ни разу, ни дважды. Нету ценнее веры своей, чем в тебя, ведь ты первым или последним, не важно. Главное знать, что за каждым падением взлет, пьедестал и цветы. Мы пройдем этот путь за собой, оставляя следы. Нету
печальные фразы прощай. Тихо улыбнусь, я сюда еще вернусь, клянусь. Руки! Давайте вместе, детки! Рядом со мной лучший друг Studio Play Саша Немо. Зажег ты просто отлично. Что пожелаешь в будущем году воспитанникам студии? Ну, в первую очередь, я хочу пожелать их с прошедшим же пятилетием. Это очень большой путь. И самое главное, то, что я вижу, то, что я знаю о студии, о ребятах, которые туда ходят. Это отличнейший коллектив, в котором есть, знаешь, вот как в музыке, в коллективе, в жизни, во всем должна быть гармония. Здесь она просто такая разноцветная, красочная и очень красивая. Вот. А пожелать, конечно же, хочу педагогам терпения, это самое важное. Но мне кажется, что педагоги студии Play – это люди, просто рожденные для того, чтобы именно здесь работать. Просто из 7 там, миллиардов на Земле, да, никто не может работать в этой студии, только вот эти вот педагоги, и это очень здорово. Благополучия, творческих успехов, новых песен классных, но я постараюсь как-то в этом способствовать, сопутствовать. Дай Бог вам всем. Рядом со мной директор Studio Play Юля Яночкина. Юля, чем был знаменателен этот год? Этот, и тот, и предыдущий, и все 5 лет. Это незабываемые эмоции, это вторая семья, это второй дом, это любимые дети, любимые педагоги, это праздники, это Евровидение, это новая волна, это голос, это куча и миллион один конкурс. И все круто, классно и здорово. Что бы вы пожелали в 2021 году родителям и, соответственно, ученикам? Ну, банально, но, конечно, быть здоровыми. Сейчас это очень ценно, это очень важно. И актуально, да. Ну, и нам еще хотелось бы столько, и еще раз бы столько, 5 лет, и еще раз 5 лет. А в следующем году пожелаю всем стать артистами. Поют много, а артистов мало. Концерт Studio Play, как всегда, прошел на высшем уровне. Желаем ребятам дальнейших творческих успехов и удачи. Немного фактов из мировых чартов. Карантинный хит Арианы Гранде и Джастина Бибера «Stuck with you» преодолел порог в 400 миллионов прослушиваний на Spotify. Это 17-я песня королевы стриминга с таким показателем. Суперхит «WAP» Cardi B и Megan Thee Stallion получил 3-ю платиновую сертификацию в США. Продажи преодолели порог в 3 миллиона копий на территории страны. Стоит отметить, что трек уже имеет право на 6-ю платиновую сертификацию. Cardi B – самая сертифицированная женщина-рэпер в истории РИА. В качестве главного артиста – 400 миллионов копий. BTS и Taylor Swift – единственные артисты в истории, у которых песни и альбом дебютировали с первой строчки Billboard Hot 100 и Billboard 200 в одну неделю. Вот, собственно, и пришло время озвучить результаты музыкальных чартов. Результаты чарта Billboard Hot 100 на этой неделе. На 5-й строчке I Hope – Gary Barrett feat. Charlie Puth. На 4-й – Positions Ariana Grande. На 3-й строчке – Dynamite от BTS. На 2-й строчке чарта – Mood 24 Golden Feet и Ian Dior. И лидер этой недели – Life Goes On BTS. 5-ка чарта – Spotify Global на этой неделе. На 1-й строчке – Dakiti by Bad Bunny – Jace Cortez. На 2-й – Positions by Ariana Grande. 3-я – La Noche de Anoche – Bad Bunny – Rosalia. На 4-й – Mood 24 Golden Feet и Ian Dior. И замыкает 5-ку All I Want for Christmas is You Мария Кэрри. Spotify топ-5 Россия. На этой неделе в этой 5-ке на 1-й строчке снова я напиваюсь Слава Марлов. 2-ю строчку занимает По глазам также Слава Марлов. На 3-й Быстро Моргенштерн и Слава Марлов. 4-я у трека Не жалея Мияги Анди Панда. И замыкает 5-ку Life Goes On от BTS. Чарт Яндекс Музыка Беларусь. Топ-5 этой недели выглядит так. На 1-й строчке снова я напиваюсь Слава Марлов. На 2-й строчке Выходи гулять Каста. 3-ю строку занял трек По глазам Слава Марлов. На 4-й Deep End от Фонши. И замыкает 5-ку недели Слезы о спасалке Анет Сай. Топ-5 Шазам Беларусь. На этой неделе на 1-й строчке Deep End от Фонши.
вторая строчка – последний танец Тилли Лин «Body Lawrence». На третьей – поколение Кара Кросс. На четвертой – Hot Girl Bama «Black Beer». И замыкает пятерку трек «A Million on My Soul» Moses Alexander. Ну вот, на сегодня, собственно, и все. Смотрите и слушайте хорошую музыку. С вами была Анастасия Кравченко с новостями шоу-бизнеса на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Анастасия Кравченко и Владимир Мухортов. Партнер программы – фотостудия Dream Studio. Продюсер программы – Андрей Буяльский.